Итак, данный прицепчик когда-то был новенький, красивенький, блестящий. И через 10 лет, как он стал выглядеть? Потерял? Я думаю, это вообще вторая. Такое не помню, что у нас была такая опора. Потерял свое колесо. И это вторая вообще опора. Зелененького уже стал такой цвета хаки. Крыло, это уже, ну мы сразу были столиком, когда-то обломали одно крыло. Это второе совершенно крыло. Я уже не знаю, сколько тут поменялось резины перебитой. О, он уже сгнил. О май гад. И что самое интересное, я смотрю свои сварочные швы, которые я делал когда-то. Красавчик вообще. Такие, ну еще для, это первая сварка практически моя. Ну нормально, да? Я, честно говоря, не помню. По-моему, я варил. Либо я варил, либо Толик варил. Да, швы вообще потрясающие. Когда-то прикручивались вообще турбо этими анкерами, но они уже повылетали нафиг. Теперь на болты. Только нижние планки держатся еще на турбовинтах. А, трындец. А пол еще очень даже ничего. Вау, пол очень хороший. Вот такая техника. Через, ну не 10, где-то 12 лет. 12 лет спустя. С новенькой техники получается уже такой прицепчик. Печалька такая. Ну ничего, самое главное работает. Самое главное, что работает. Вот. А номера хоть есть на прицепах? А, есть на прицепах номера. Я думал, без прицепы уже без номеров идут. Нет, номера есть. У нас не надо хоть номера на прицеп. Это радует. Вот такие пирамиды Хиопса.